Мы приехали сюда на старой машине. Со стороны влияет. Это не влияет. Тем более. На юг. У нас здесь хорошие друзья. И синовал. Хороший пацан. Его зовут Жека. Он недавно вышел из тюрьмы. И у него нет совершенно денег. Поэтому мы тоже не взяли. Потому что он может забрать. А камеру ты взял у кого-то? Поэтому мы ездим по миру. Кривось. Концерты. У меня сейчас одна чувиха. А может даже две. А если учесть, что, рядом здесь недалеко, у нас обучающий центр. Обучающий чему? Да практически всему. Лишь бы плюс был. Не каждый может выбрать себе чувиху. И не одну. Только тех, кто хочет, неожиданно. Я жду, когда у тебя закончится. Я молчу. Ты заметил, что целый вечер тебе даже не пить. Это вечер без драки. Прошу. И вот эта херня не зарабатывает миллионы денег. Это удивительно просто.